вы знали, что идеальный мужчина, по мнению женщины, это тот, который зарабатывает огромные деньги тем, что проводит все время с ней? С маленькой ремаркой. Для нее огромные деньги тем, что все время проводит с ней. Ну вот видите, нормальная же женщина, адекватная, шутит над этим. Все сама прекрасно понимает. Это, кстати, вот видео для тех, кто кричит: «Берлога, ты всех ненавидишь». Да просто вот такие вот ролики, вот если их показывать, они вам не интересны. Вам же побольше нужно торышака, правильно ведь?